Сыгран третий тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги АН. Спортакадемия ВРЗ в гостях сразилась с махачкалинским Дагестаном. За два дня игр стерлитамаковцам удалось выиграть лишь две партии. Счет первого дня 3-0, второго 3-2 в пользу хозяев. Четвертый тур чемпионата состоится 29 и 30 октября во дворце спорта «Стерлитамак-Арена». Дома спортакадемия ВРЗ сыграет с командой «Трансгаз Кристалл» из Георгиевска. Начало игр в 17 часов. Вход свободный. Информационные партнеры волейбольного клуба спортакадемия ВРЗ «СТР Медиагруппа» и «Стерлитамакское телевидение». Надеемся, что четвертый тур мы из двух игр одну игру постараемся выиграть и поздравить наших любителей волейбола победой долгожданной.